О, кстати, ностальгия. Мое самое первое видео, одно из моих первых видео по Бравлу. Всем привет, ребят, с вами Макс. И это опять Brawl Stars. Сегодня у нас челлендж выживания. Опять же, с моим другом Like a Boss. Ну окей, погнали. Напомни еще раз, в чем заключается суть челленджа. Суть челленджа заключается в том, что надо выжить, попытаться выжить без банок. Ну, в принципе, банки тоже можно лутать, но стараться выживать. Давай без банок, вот реально. Банок? Ну ладно, выживание без банок. Ну, ради такого прикольчика в челлендже банки из убитых врагов можно лутать. А вот банки из ящика мне? А, да, она тиммейт Биби, который я сейчас почти прибил, но она меня может прибить. Не, я Биби слил, тиммейт той Пэм, которую ты слил. Ну, Эм тут гуляет, видно. Скажешь, когда паф нужен будет? Нет, ты что наделал? Ну да, а я тут в кустах походи, здорово. Нужна папка? Давай, затащили мы. Даже мега выполнили. Ну это изи было. Ну да, за Макс стоп выиграл. А я мистера Пи, вот реально. Будет прикольно выживать за ним. У меня все, кроме Спайка, Ворона и Сэнди есть. Окей. Мне все равно кого. Так. Ну, 18 ранг, правда, прокачка высокая. Скажу тебе за Эмс. Ага, игра девочками. Надо будет на 8 марта заснять ролик «Игра девочками» в Brawl Stars. Так, видишь, выживание челлендж очень хороший. Прошлый видеоролик, в принципе, у нас не сильно получалось. Ой. А вот ты не лутай, да. У нас же без банок из боксов. Кстати, у меня скоро будут легальные банки, банки из персонажей. Ох. Я чуть-чуть попробую стоя поиграть, потому что нога только что так вообще вывернула, что капец. Вроде у меня нет никаких проблем с ногой. Живи! Не в ту сторону пошел. Ой, блин. Зачем было сливать у меня, чтобы персонаж на 18 ранге? Короче, я реально беру мистера Пи. Очень плохая. Скажу тебе. Ну, я мистера Пи взял. Теперь ты будешь играть за 18 ранг. Потому что я не очень хочу. Сливать еще буду. Я полетел на центр и нашел тут еще один ящик. Давай заснимем. Ой, меня похоже слили. Ладно, давай, в принципе, ты там типа осторожнее. Да, он для меня легкотня. Пайпер, вот это уже тяжело. Вот это хардкор. Она меня слила, она еще с пассивкой из кустов стреляет. Блин, если она с пассивкой, нам конец. Пассивка на Пайпер — это жесть. Если первая. О, я эту Макс опять нашел, вычислил. Но у нее тут джинчик хороший. А женчик в ней хороший. Бан! Слили меня! А забирай, там банки были. Там банки были, но ты не успел. Тихо, притягивай! Притягивай, тихо!
Притягивай. Притягивай. Да нет, там Пайпер заспаунилась, ты шо? Я Тика, короче, прибил и заспаунил еще там себе халяву. Ну, ультукань. О, видел, какой хардкор? Она меня почти попала, но я увернулся. Я же не нубас, чтоб так нубасить. Бан! Да, у меня мортира, но нормально, плюс 4. Ну да, у меня ж... Давай как в нашем выживанке, я за Мортиса, ты за... А, ну да, Макс, Макс. Опа! Опять с выживанием. Let's go! А, ну да, точно. Как раз так можем. Ребята, чем больше лайков будет под этим видосиком, тем круче мы будем тащить. И тем больше нам будет вести. И может даже Андрею что-то еще выпадет сегодня. Да, такая... Я еле-еле от Пенни сбежал, добей ее. Она меня почти добила. Я ее тиммейта там, по-моему, Эмс была, добил. Ну, а ты добей Пенни, потому что у меня мало хп. Ой! Тикай сыла. Тикай сыла, хлопчик. Тикай сыла. Я вот эту Эмс уже убивал. Кстати, динамайку капец, но мне, походу, тоже. Паф! Ух, спасибо тебе огромное. Потому что я бы не выжил, мне кажется, тут без тебя. Да. Еще раз повторяю. Чем больше лайков, тем больше шанс, что нам что-то выпадет. И тем лучше мы будем тащить. И легче нам соперники будут попадаться. О, ну у тебя 15 банок. Мы тут затащили по-любому. Ну да, я его уже встречал. Этого Ваню. Рез. Респаун? А, я тарельку ПМ забаню. Она чит. Она читер. Бе читер. Да. Потому что мы не смогли таки нормально затащить. Кстати, вот давай реально, как мы возьмем своих самых прокачанных персонажей. Такой ради челленджа. А? Самых прокачанных именно каких? То есть прокачанных по кучу. Прокачанных по... Сейчас поймешь, потому что я кину. А ну. Прокачанных по... Да, у меня Шейли самая прокачанная по кубкам. 21 ранг. Так что давай за Шелли. Ну, давай одну откатку. Если не затащим, то продолжать так играть не будем. А если затащим, то можно еще одну каточку на самых прокачанных персах сыграть. Ой, походу кто-то ставит дизлайки, потому что Wi-Fi начал лагать. Капец! Да, это бан. Ладно, не будем за них больше играть. Ладно, ребята, пишите в комментариях, как вам наш челлендж выживания. Всем удачи, всем пока.